Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Eh? No, no, per favore, no. Ладно, Скалетто, стреляй! Allora, traditori! Sei pronti, Filamma! Dai! Vado da chi ti fa un po' tutti! Già posso fare! Sì! Двинули! Домой! Дьявол! Атака! Атака! Джежу! Ammazzarsi, rezzappare prigionieri prima che arriva l'esercito! Capral! Он говорит, сюда идут еще войска! Чек, регенни редуру! Давай! Мы свиримся! Снимите пулеметчика! Потом ищите пленных! Каждый человек на счету! Амадуэ! Так не пройти! Ну, похоже, мы нашли пулемет! Берегись! Ты
местами. Тогда вставай и пошли! Ничего себе! Сколько патронов, сколько унесешь? Вдруг больше не будет! Пленные видно наверху. Зачистить второй этаж. Колета, ведер. Учить это не стати. Я прямо за тобой. Есть. Выбивай! Скалета, твою душу! Выбивай дверь! Это приказ! Arrenditi, o gli faccio saltare in sangue! Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Чёрт! Чёрт, там отнимаю! Такое дело. Пали давай! А я тут крестиком выживаю! Стреляй, не болтай! Я его не уговорил, вижу! Поганец! Куда пока взял? Чёрт, не выгорит с балкона! Давай обратно! Давай, эй, как это? Далее, подходите! Мы что, сдохнем? Ты гиппутан, а ну не надо, мать! Абудри-машисти! Аривану абудри-машисти! Утажу любовь! Маннаму я не бери! Бай, готуй! Калета, видишь пулемет на балконе? Ниву! Тихо, бруи! Амбатся абудри-тутри! Уже! Давай к пулемету! Если эти красавцы прорвутся, то все! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Crepi davvero, Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, глава сицилийской мафии. Тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Thank you.
Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот и он. Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. Что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь, у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора, и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам патом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. А, салют, Чентани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка.
сказала, ты скоро вернешься? Наконец-то хорошие новости. Да, это да. Хорошо все-таки дома. Знаешь, я так рада, что с тобой все в порядке. Округа без тебя просто совсем не та. Ну, вроде бы тут все по-прежнему, включая тебя. Сержант, ну, так, прижмись-ка. Какие два шага вечер? Назад. Ну, знаешь, как обычно. Готовлю ужин для Тони и детей. О, ты вышла замуж. Да уж, времени не теряла, да? Да ладно тебе, Вита, мне уже 21. Конечно, я замужем, двое детей. Ладно, была очень рада тебя видеть. Передавай привет маме, хорошо? Приятного аппетита! Вы такой худой! Ну что, еще чего-нибудь будете? Ваш сэндвич! Извините. Витор, это ты? Здрасте, мисс... Миха, это ты? Ты такой красивый в форме. Твоя мама наверняка тобой гордится. А как бедный Сальваторе Монтемаджоре? Как у него дела? Его бедная мама его уже неделю ждет. Сэл пошел во флот, а я в армии. Это разные вещи. Заходи в гости, выпей чаю, Вита. Ты мне все-все расскажешь. Спасибо, но я спешу. Я только вернулся и хочу скорее увидеть маму и Франческу. Такая красивая выросла Франческа. Как ты еще замуж не вышла? Ладно, передавай привет маме, Вита. Боже, Мари, отпусти его. Так, мы сейчас вернемся. Черт с два, никуда он не пойдет. Да всего-то кружка пива. Он и в прошлый раз так говорил, а потом приперся через ночи, а вонял от него джином и чужими духами. Эй, Джордж, ну ты что, как и будешь спить под каблуком у своей бабы? Джордж никуда не пойдет. Марш отсюда! Значит, Джордж и правда у нее под каблуком, а? Ну, нам больше пива достанется. Пошли. Сержант, стой поближе. Вали отсюда, живо. Надеюсь, это наши. Конечно, наши. Держи, приятель. А вот и вперу, дай привет. Витор, это ты? Здравствуйте, мистер Монара. Закрываетесь? Да, что ж поделать. Не могу больше держаться на плаву. Я... простите. Война не твоя вина. Кто знает, может, снова открою, когда война кончится. Ну, тогда удачи. Спасибо вам. Привет, мама. Я вернулся. Вита, сынок.
Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Ждали. Иди сюда. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Бенича, сеньоре, команчара, кепадунта. Все ночи венно, проведены поры почили пеленану. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну а как вы сами-то? Франни, ты как поживаешь? Живу пока с мамой. Нашла работу в офисе. На жизнь хватает. Я даже начала отдавать папе на долги. Франческа, не надо сейчас об этом говорить. Ну, а молодой человек есть? Пока нет. Куда спешить? Молодые люди сейчас не очень видные. Она обязательно найдет своего суженого. Как ты, бомбина мио? Это, наверное, было ужасно. Я так боялась, молилась за тебя каждый день. Ничего, мам. По большей части я джип водил. Ну, пострелял немного. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо? Ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь,
Твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. А мне простите, плевать, мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Вито! Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вито, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Не ввязывайся в неприятности, Вита! Хватит, не надо! Вита, что ты делаешь? Вита, прошу, не впутывайся! Не ввязывайся в неприятности. Эй, мать твою! Знаешь что? Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете! Вы оба пожалеете! Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет.
ты бомжар. Смотри, куда прешь, да? Заходите, молодой человек. Приятного аппетита! Вы такой худой! Вот ваш хот-дог. Пожалуйста. Вторгайтесь в мое личное пространство. Вали, пацан! Извините. Сколько можно? Ты только что спрашивала. Да черт тебя подери! Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже просишь, что мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. Машина тоже. Давай, чини эту свою помойку. Я бы давно закончил, если бы ты мне помогала. Потому что пилить. Если ты так разводным ключом орудовала, как языком, чем-нибудь уже помочь? Давно дальше ехали.
Малыш, двигай. Потому что тебя в армию не взяли. Не можешь не напомнить, а? Мушетель Фрэнк, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, уходит в подлог. Прекрати. А мой муж? Он работает в поколении. Знаешь что? Сама ее чини, сука вонючая. Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у вас получится лучше, чем у моего никчемного мужа. Ну вот, все готово. Всего-то пару гаек подкрутить. Правда? Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодари. Осторожно, эй! Свежие хот-доги! Никакой конины! Свежие хот-доги! Никакой конины! Свежие хот-доги! Ой, лучше, чем вчера! Свежие хот-доги! Смотри, куда прешь! Пощади, пощади!
Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Это я тут буду спать? Ага, шикуй. Не стесняйся, горячей воды полно. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее, за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Вау, вот это кровать. Эй, не знаю, как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих телок, так что даже за деньги к ней не притронусь. Ничего себе! У тебя свой телефон! Да, а теперь и у тебя. Без него в нашем деле никак. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да.
Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да, спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Эй, полегче, полегче. Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон, 42. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, привет, я тебе Джо. Клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки,
поверни ключ, и замок откроется легко. Дьявол! До встречи, Джузеппе!